Итак, сборная Англии. Практически тот же состав, который играл и Роблесом. Англия идет вперед. Это Фоден. Фоден. Прострел. Не дали. И угловой должен быть. Да, угловой. Такими неповоротливыми. Но нет. Фоден раскатывает атаку. Передача Ротом. Фоден. В центре Джонатан Панзо, представитель Челси. Фоден из Манчестер-Сити идет вперед. И передача на Брюстера. Положение вне игры. Сесар Лопес. Я думаю, у него ёкнуло сердце, когда сыграл в центр на Окли Бута. Тот снова на Фодена. Фоден! Фоден. Санчо, мы видим, немцы, надо сказать, так прочищают. Юношеский первый матч мне очень понравился. Пожалуй, был лучшим в составе. Удар по воротам. Ух, какой удар Фоден наносит. Мяч и решил только сильно пробить. И не видел. Руклин сказывался, как клуб 11-го дивизиона. Клуб Ланкашерской лиги. Ну, это 11-й дивизион, это молодежная Кубка Англии. Вот этого, ну, прошлого, естественно, забил 6 голов и сделал 12 голевых передач. Вот как раз, хотя играет в опорной зоне, вот так. Очень неудачно пробил. И Фоден с мячом. Фоден сильно бьет вперед. Вперед на... Была отдана капитанская повязка. Фоден с мячом. И вот два мексиканца атакуют. Но Фоден, нет, не смог пройти. Латибюдьера. Латибюдьер. Тут не точно. Фоден. И пока с улыбкой Оливас воспринял падение. Потому что он настолько близко сблизился с вратарем, что уже невозможно было, надо сказать, солидно выглядят. Что на фоне чилийцев, что на фоне мексиканцев. Повторюсь, а Мексика – это одна из лучших. Какая передача великолепная! Великолепная передача от Бута. Удар по воротам. Это бил Фод. И вот в центре поля. Посмотрите. Я вижу, что и вторая замена, по-моему, у англичан. Все-таки получает мяч и передача велика. И удар, и второй гол. Ох, какой гол! Браво, 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 браво. Разыграно кашивайся Фодена. И Фоден с линии штрафной неотразимо. С левой пробил в касание. Блеск. С другой стороны, матч Ирана и сборной Германии показал, что представители Азии очень хорошая команда. Фоден догоняет этот мяч. Пасует вперед. Попал в ногу Макэкрин. Фоден. Назад. Зная, что делает. Ну, в Манчестер-Сити сейчас, конечно, ему пробиться. Удар не очень удачный получился. Фоден. Фоден сам пошел вперед. Прострел. Ну, прострел. Вот это передача на Гомеша. Гомеш на Фодена. Лихо тут уже пижонит. А другой наверняка показал бы, что можно играть. Бывает так, что сейчас Фоден с мячом врывается в штрафную площадь. Мяч ушел. Ушел уже. Так, для острастки. Но нам показывают сейчас, как Фоден лихо разбирается на фланге. Идет вперед. И забито 7 мячей в 2 матчах. Великолепный. Еще одно нарушение правил. Это Фоден на газоне получил по ногам. Но у Андерсона шансов не было. В противоход. 3-1. И сейчас англичане. Эл. Удар. Уэрта. Еще удар. Промахивается мексиканец. Промахивается. И Фоден несется вперед. Великолепно вырезает мяч. И кто быстрее? И порыв мексиканцев. Конечно, нужно подержать мяч. Бут на Фодена. Естественно, поддерживают ту команду того, кто проигрывает. И проигрывает очень много. Ребята, Галлахер на фланг. Здесь Фоден. Помнишь, капитан команды. Передача. Фоден. Пас. Макэкрин.
Фоден. Гибс у себя, не дать мексиканцам контратаковать. Нут играла в большинстве. Сейчас здорово как. Гибс. Гибс Уайт. Пас на Фодена. Фоден назад на МакЭкрина. Фоден, МакЭкрин. Ну что же, так убивают время. Фоден. И еще время очень много у мексиканцев. Фоден. Передача в центр. Да. Показывает, что Фоден отдал. Это на 2-3 атаки для мексиканцев. Но главное сейчас им отобрать мяч. И мы с вами сейчас увидим все 5 голов этого великолепного, драматичного матча. Англия вела 3-0, и Мексика сумела.